Представление будет, как только закончится цирк. Действительно, цирку пора бы закончиться, чтобы уже наконец-то отремонтировали это культурное учреждение. К масштабному ремонту здесь приступили в 2017 году. И процесс затянулся. За это время успели требования к пожарной безопасности ужесточить. Пришлось вносить свои коррективы в работы. Сейчас внутри здания идет монтаж сидений. Строители закончили укладку звукоизоляционного покрытия купола. Губернатор области Валерий Радаев приехал в цирк, чтобы увидеть, какие перемены произошли за время реконструкции. Какие вот на сегодня работы, кроме вот, которые мы видим, еще в отдельных там поэтажности, в помещениях, в подвальных помещениях? Что-то сейчас в подвальных помещениях производится выемка грунта, подготовка под гидроизоляцию, чтобы здание наше не затопило. Сдать готовый цирк обещают в этом году, как и открыть отремонтированное здание теремка. Реконструкция театра кукол идет в рамках нацпроекта «Культура». Здесь уже выполнены все демонтажные работы, сейчас идет укрепление конструкции здания, стяжка, усиление перекрытий. Также меняют окна и витражи. Подрядчик использует местные стройматериалы. Практически будет новый театр. Если так вот подойти, с точки зрения такого глубокого ремонта, это будет новый театр. Еще один объект в Саратове, который сколько его лет не ремонтировали? Сколько лет уже? 267 года. А этот объект будет, пожалуй, самым актуальным в ближайшее время, ведь скоро лето. Вместе с новым участком набережной тут появится и обустроенный пляж. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас рабочие трудятся над возведением лицевой стенки, формированием песчаного берегового откоса. В процессе возникли сложности. Натыкаемся на определенные препятствия. Одним из препятствий – это бетон, который находится на глубине, то есть шпут мы погружать не можем. Приходится бетон демонтировать. А так как все находится в воде, это связано с очень, с большими трудностями. Также в ходе строительства в Волге обнаружили находку. Это старый буксир, размытый илом. Его будут поднимать со дна с помощью тросов. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24.